Family. Сегодня разберем хореографию Blackpink Pretty Savage. Мы с вами будем начинать с того, что ножки у нас широко, мы развернуты корпусом в левую сторону. Здесь соло будет у Розе, и мы с вами наклоняемся вниз. Ручки у вас находятся между ножек, пум прячется, и мы с вами должны вырасти каждый на свой счет. Тут будет раз, два, три. Допустим, я делаю раз, два, три. Голова должна подняться таким образом, чтобы у вас волосы улетели назад и вам не мешали. После этого мы с вами немножко присаживаемся. Руки будут обводить бедра. Отсюда руки идут к голове, и мы себя разворачиваем полностью на центр. То есть и голова, и корпус. Вжух, пришли сюда, и здесь остались. Угу. То есть у нас с вами голова справа налево. А руки, они могут касаться головы, могут быть примерно на том же уровне, то есть без касания. Еще раз. Упали вниз. Раз, два, три. Обвели. Жух. Пришли сюда. У нас с вами будет прыжочек небольшой, спрыг, да, чтобы у нас ножки оказались ближе друг к другу. И мы с вами будем раскрывать коленки в стороны, в стороны, в стороны. Руки отсюда вжух, уходят чуть-чуть назад за себя. И у вас мягкие кулаки, то есть нет прям кулака сжатого. Есть мягкие ручки здесь вдоль тела. Голова сама у нас с вами будет работать по часовой стрелке. Да, справа налево. То есть мы ее развернули сюда и делаем. Раз, два, три. То есть у вас первый кружочек без каких-либо изменений. Второй кружочек с затяжкой наверху. И третий кружочек у нас идет спрыг. Мы с вами спрыгнули. И вместе с нашим распрыгиванием ручки будут делать хлопочек перед собой. Желательно, чтобы руки были на уровне грудной клетки. Если вдруг будет ниже, я думаю, ничего страшного, но девочки стараются делать движение высоко. Отсюда у нас с вами будет за такт, на который поднимается грудная клетка, и руки у нас идут в стороны. А сначала само движение. У вас кулаки здесь уже не мягкие, а именно прям кулачки. Вот наши были ручки. Мы бьем с вами раз, два, три, хоп. У нас последнее движение должно быть левой рукой, и мы с вами бьем, и у нас рука отскакивает таким образом, чтобы она оказалась с левой стороны. Еще раз. И пара пам пам жух будет. Угу. Здесь четко будет по ритму, на который девочки произносят пара рам пам, и мы с вами делаем собственное движение. Здесь помогает нам грудная клетка, то есть она задирается наверх и делает раз, два, пум пум пум. Угу. Еще такой момент, мы с вами когда сюда спрыгнули, желательно, чтобы у вас корпус был чуть-чуть в левую сторону, и мы с вами с левой стороны должны вернуть корпус на центр. То есть отсюда, па-ра-ран-тан-жу. Здесь нету полного кружочка, у нас с вами просто чуть-чуть корпус наклонен в левую сторону, точнее повернут в левую сторону, и мы его ведем на центр. Если вдруг сложно, можно без этого кружочка, потому что девочки делают по-разному. Но в основном, если смотреть на главного танцора, на Лису, она его делает, старается делать. И по танец тоже делает этот кружочек. Давайте еще раз. И, па, ра, ран, тан, вжух. Здесь у нас с вами левая рука идет наверх, правая идет назад так, чтобы ударить по левой. Мы бьем, как бы, чтобы у нас был крестик здесь небольшой, и именно запястья соединились. Хоп. Здесь бить прям не нужно, но у нас с вами акцент. Хоп, и рука отскочила. Вместе с этим поворачиваем голову в сторону и возвращаем обратно. Некоторые здесь делают коленку, вжух сюда, но это не обязательно. То есть можно сделать бум и все. Делать акцент именно на верхнюю часть вашего тела. Вжух. Отсюда сразу рука у нас левая должна быть на затакт. И переносите больше чуть-чуть вес на левую ножку, чтобы было легко. Вжух ваше движение. Дальше мы шагаем на правую ножку, меняются ручки. Они сгибаются по очереди к себе в локте. И у вас здесь тоже образуются кулаки. Вжум. Дальше смена. Вжух. То есть шагнули на левую ножку, левая рука. И справа у нас будет движение уже вниз. Угу. То есть еще раз. Мы с вами делали пара-рам-пам-жух и раз, два, три. Здесь просто обычный шаг,
да, у нас с вами ничего не происходит, никакого баунса особо, а там только у Jisoo, если не ошибаюсь, очень быстрое перестроение на центр, поэтому она там бежит. Мы с вами просто делаем на месте, то есть нам бежать никуда не надо. Так, мы с вами закончили вжух. Здесь у нас с вами будет наклон. Руки у вас вдоль тела, спина здесь прямая, смотрим на центр. Здесь у нас будут меняться ручки местами вжух и дальше возвращаться обратно. Сильно не задирайте именно наверх, просто у нас вдоль тела. Угу. Пока мы сюда приходим, у нас ничего не происходит в плане остальных частей тела. Когда ручки будут меняться, у нас с вами идет тряска бедрами. То есть, что я имею в виду? Пам, тараран. И дальше, когда ручки будут меняться в исходное положение, последнее, наше третье, здесь будет щелчок по музыке, потом увидите, когда будем с вами танцевать под музыку. Мы на него заканчиваем тряску бедрами, спокойно доделываем руки и отсюда будем уходить наверх. То есть еще раз, по движению ушли вниз, смена тряска, смена щелк, спокойно бедра закончили движение, ушли наверх. Некоторые сразу, когда только приходят сюда, начинают уже тряску. Но я все равно склоняюсь к тому, что сначала вы приходите, потом у вас тряска на смену, и затем заканчиваем движение. То есть мы с вами сделали тряску, закончили здесь. Ха, наверх. У нас поднимается правая рука, левая рука вдоль тела. Она идет за голову, и дальше в грудной клетке делает бум-бум два раза. На одном уровне, то есть смены здесь уровней нет. Пам-пам. Отсюда эта же рука у нас идет на талию. Мы с вами переносим вес на правую ножку. Левая рука у нас снова в мягком кулаке, как в самом начале, и делает раз, два, три. Да, то есть у нас с вами смена. Раз, два, три. Уровень меняется. И у нас с вами бедра. Пум, пум, пум. То есть когда движение заканчивается, да, на своей самой последней точке, у нас бедра должны оказаться больше с правой стороны. Отсюда мы с вами полностью будем переносить вес на правую ножку, и у нас будет движение, да, в сторону, хоп. У вас такой же мягкий кулак, только ладонь направлена на центр. Здесь наверх, в потолок, здесь на центр. В сторону скидываем, как будто что-то к правому плечу, и левая ножка у нас с вами задирается наверх. Дальше идет поворот, хоп. Рука левая зафиксирована полностью на всех этих движениях, с ней ничего не происходит. Правая рука, пам, пам, пам. Угу. Коленки отсюда, хоп, вовнутрь правая, вовнутрь левая. И спокойно заканчиваем движение, вторая часть припева, ручки у нас готовятся на следующие позиции. Еще раз, собираем все сначала, были вот здесь, наклонились, раз, два, три, хоп, обвод. Пам-па-ба-пам, ха, па-ба-пам, па-ра-ран, тан, вжух, и ран-ран-ран, тан-та-да-тан, тан, бит-бит, па-ра-рам, пам, щелк, щелк, щелк. Здесь можно сделать небольшой акцент головой вовнутрь. Вовнутрь. Но это не обязательно, это как у вас идет по подаче. Закончили здесь, дальше у нас с вами начинается вторая часть. Движение. У нас с вами правая рука будет бить первая, и у нее будет два акцента сразу подряд. Бум-бум. Здесь само движение у вас идет не от локтя, то есть мы его не задираем наверх, а у вас полностью здесь ровная позиция руки, она зафиксирована, и мы ее ведем наверх. Наверх, наверх, наверх. Вот такое должно быть положение рук. Они будут меняться. И мы с вами шагаем на противоположную ножку. Хоп. То есть рука у нас стремится наверх, а мы с вами чуть-чуть наклоняемся вниз. Вжух, вжух, вжух. То есть это если в спокойном темпе посмотреть просто движение. То есть у нас с вами идет. Раз, два, бум, бум, затяжка, бум, бум, бум. Еще раз медленнее чуть-чуть. Раз, два, раз, пам, и тан, тан, тан. Угу. Это такой ритм по музыке, если хорошо его знать, здесь не должно быть проблем. Пам. То есть мы с вами должны закончить на правой руке. И где бы вы ни оказались, допустим, если я за Дженни, я буду уходить в правую сторону. То есть у вас ручки идут, ну, очень быстро идут накрест, и мы их разводим в стороны. А здесь немножко по-разному девочки делают. Дженни старается полностью именно в бок уйти, Jisoo левой стороны, она делает четко вперед движение. Поэтому оно немножко выглядит по-разному.
Само движение, да, в сторону шагнули. Если за джису, она сделала всю ту же самую партию в левую сторону. И дальше к центру. Если я за джису, я встаю таким образом к центру. Если я была здесь за Дженни, правая ножка у вас идет к центру. Руки у нас с вами вдоль тела, должны развернуться от центра. И дальше, хоп, голова идет на центр. Это за Дженни. Если за джису, с этой стороны у нас голова. Дальше мы здесь одинаково все присаживаемся и после этого расходимся в стороны. То есть если я за джису, бум, я ушла в эту сторону, раскрылась. Хоп, в голове будут руки. И дальше либо в стороны, либо у вас идет движение перед собой. Если я была за джини, мы стояли здесь, бум, опустились вниз, делаем хоп. То есть раскрываемся от центра. Также к голове. Пам, пам будет движение. Само движение, что у нас здесь происходит? Ручки просто спускаются вдоль тела, и кроме солистки тут никто ничего не выделяет именно руками, то есть они у нас с вами просто находятся здесь на базе, на теле, кто-то на коленке делает упор. У нас с вами наклоняется корпус и коленка три раза вовнутрь, правая. Бум, бум, бум. Я чуть-чуть еще переношу плечико левое чуть-чуть вниз, то есть жух, жух. Жух, да. И у нас получается такой небольшой баунс. Пам, пам, пам. И отсюда будем подставлять левую ножку. Что происходит у других девочек? Розе, она сделала все то же самое. Раз, два, бит, 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 бит. У нее партия за центром. Она здесь на движение у девочек вот в это уходит руками наверх через крест. И дальше ставит ручки также вдоль тела наверху. Со всеми присаживается. И на месте делает джум, джум, и все то же самое. Угу. Лиса. Первое движение у всех одинаково. Она на самом деле вот здесь вот чаще всего движение может перестать делать, чтобы выйти на свое соло. Либо иногда здесь доделывает до конца и потом переходит уже на свое соло. То есть тут вам нужно будет именно на нее посмотреть, потому что делает по-разному. Мы делаем первые акценты. Бум-бум. Бит. Дальше, когда снова идем на правую ручку, хоп, у нас с вами переносится вес полностью на правую ножку, чтобы левая поднялась. И движение накрест в стороны. Дальше накрест перед лицом. Сбросили. Здесь ручки выставляются перед солисткой. Она на них кладет ручку. Ручку перед лицом. Бум, бум. Отыграла здесь партию. Дальше хоп, акцент. Это на движение у девочек, когда они отсюда расходятся в стороны. Угу. Мы с вами сделали акцент, быстро перешли и делаем раз, два, три. Здесь очень разные руки, то есть здесь нужно посмотреть определенный какой-то фанкам и выбрать, какие движения вы будете делать, потому что чаще всего делают по-разному, просто выделяет свое соло. И вместе со всеми подставляется левая к правой. Давайте закончим, тут совсем чуть-чуть осталось, у всех одинаково, то есть мы с вами делали коленку раз, два, три, и отсюда на затакт идет рука, показываем, окей, и рука у нас стремится вовнутрь, вовнутрь, вовнутрь. Сама Лиса больше работает от запястья, то есть делает раз, два, три. В основном девочки остальные и по танец делает именно всей рукой, то есть она фиксируется от локтя до самого запястья ваших пальцев и делается вовнутрь, жум, жум, жум. То есть больше немножко локоть подается. У вас тоже смена уровней. Раз, два, три. Вместе с этим работает грудная клетка. Раз, два, три. То есть когда рука стремится к центру, грудная клетка уходит назад. Бум, бум, бум. Левая рука нам здесь не нужна. Дальше правая рука на четвертый бит идет в сторону. К себе потянула что-то. Остается здесь. Поднимается левая рука, два раза делаем акцент, бум-бум. Здесь все зафиксировано, то есть никаких акцентов головой, ни грудной клеткой, ничего. Здесь мы просто статично с вами стоим, мягкий кулак в левой руке, бум-бум. Сделали два акцента. И дальше солистка, она разводит четко в стороны ручки здесь и фиксирует их таким образом, чтобы правая оказалась сверху. Дальше девочки переходят на следующую партию. Остальные в более расслабленном положении держит ручки в первый раз, то есть тоже разводят их в стороны, чтобы дальше свести так, как им удобно, и они делают это все уже в перестроении на следующий кусочек. То есть они здесь собираются в колонку, бум. И кто-то в свою сторону сюда, кто-то в свою сторону сюда, у кого-то дальше идет соло. Собственно, на этом заканчивается наш кусочек. Так, давайте еще раз соединим вторую часть, все, и затем все от начала до конца. Пум, 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 закончили здесь.
Beat, 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 beat. Закончили на правой руке. Дальше, каждую свою партию. Допустим, я в правую сторону. Хоп, пам, пам, вниз, акцент и раз, два, три. Подставили. Пум, 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 схватили. Пум, пум, севич, жум. Угу. С самого начала давайте. Стояли с вами здесь. Вжух, запрокинули голову. Каждый на свой акцент. Раз, два, три. Хоп, развернулись. Пам, па-ба-пам, ха, па-ба-щелк. Та-ра-ран, тан, бит. И ран, ран, ран. Там та да щелк. Пам, пам, пам. Па, ра, ран. Там ран, ран, ран. Бит, 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 бит. Бит, бит, бит. В стороны. Хоп. И пам. Раскрыли. И щелк, щелк, щелк. Та-да, та-да, тан. Па-ба, 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 тан. Тан. И каждый в свою сторону. Окей, давайте садим все это под музыку. Под 50, 70, 85 и 100%. Я буду делать в самом начале разные подъемы в разное время, чтобы показать все эти три варианта, которые у нас с вами есть. И в самом конце, то есть отыграю за Лису, отыграю за Розе, за Дженни, за Джису. Вам подпишу, чтобы вам было удобнее ориентироваться.
있지만 자태부터 다